Туман. Приехал поковырять старую мельницу. Прошлый год, которую ковырял тут. Заросло, мама дорогая. Такое жаркое лето. Должно, наоборот, трава выгореть. А тут по самое горло. Ну вот, здесь прошлый год шурфил. Здесь печка стояла. Здесь яма. Погреб был. Сейчас попробуем этот краешек вскрыть. Монеты были. Я думаю, что еще будут. Копаю уже минут 20, наверное. Тут вообще ничего нету. Там вот где печка стояла. Ну, как всегда здесь, блядь, горшки, гвоздь раритетный, посуда, какая-то ручка от чего-то, по-моему, железная. Здесь одна монетка. Наконец-то выскочила. Запищал прибор. Николай II. Медь. 2 копейки. Империя. Так, ладно, буду еще копать, стараться что-то найти. Овечки блеют, коровы мучат. Ферма просыпается. Начинаю я. По краю вот так обкапывать эту яму погребную. Потому как вот здесь вот. Вот это. Где крапива. Я шурфил прошлый год осенью. Последний коп у меня здесь был. Последний выезд. Вот. В принципе, можно туда перешурфить и заглубиться. Я глубоко не стал лезть, потому что здесь кирпичей. Да ебени. Поэтому... Я пошел сейчас вот здесь по краешку. Я так думаю, что если у мельника было золото, то он залез в погреб и на расстоянии вытянутой руки его прикопал. Вот будем искать горшочек с золотом, а ли с серебром. Столько здесь меди, много на этом месте было найдено. 2 года верхи копали. Потом я шурфил вон там. Тут шурфил. Монеты все идут и идут. А вот серебрушка только одна попалась в прошлый год. И то в дерьмовом состоянии. Так, ладно. Вот еще одна монетка. 2-я уже за сегодня. Судя по всему, 3-шка по размеру. Ну, неважно, короче. Она рельеф фиговый, так что нечего на нее смотреть. Так, вот пока такие находки. Так. Какая-то железяка непонятная. Так, ладно, копаем дальше. Становится жарко. Туман все не рассеивается. Ехал на мотике. На стекло, на шлеме хоть дворник ставь. Аж вода текла. Так, ладно, передохнем, будем копать дальше. Что-то солнышко не выглядывает. Когда что-то туман рассеется-то? Тут что-то как-то не весело.
шурфор ширяется, а погребная яма потихонечку закапывается. А, шиповник там, что ли, растет, или что это такое? А, нет, просто какие-то цветочки. Так. Опять там монетка показалась. Скорее всего, судя по размеру, копеечка. Опять медь. Где же золото и серебро? Что ж он такой, падла? Косточки. Что ж он такой, падла, мельник? Медью разбрасывался. Золотом, серебром нет. Надо было уж шиковать, так шиковать. Как наша золотая молодежь из окошка Майбаха доллары расшвыривает по Москве, блядь. А тут мельник. Ладно, будем копать дальше. Бутылочка какая-то маленькая была. Наверное, вот ее и называли шкалик. Маленькая, вот, как читушка. Раньшная. Что-то монеты не попадаются больше. Наверное, лимит кончился у меня на сегодня. Что-то как бы и домой еще рано. О, какое тонюсенькое стеклышко от бутылочки. Экономили на стекле, наверное, раньше. Так. Тяжеловато. Вот тут ежевика, вон она, наверное. Ну да. Только она вся позасохла. Вот она. Она вся высохла. Жарище у нас все лето было. За 30. Фу. Так, ладно, надо маленько отдохнуть. Какой-то крючок на ветлячке. Раритет. Ваза разбитая с цветочками. Ну что это, блядь, 3 монеты? Все, что ли, на сегодня? Да, тут бы трактором бы, блядь, весь этот бугор на метр снести. Туда вот валово. И здесь много можно было что найти. Вот мои прошлогодние осенние черепки валяются. Судя по всему, никто сюда, кроме меня, не ездит. Всем же надо, чтобы ходить. И так, пик-пик, пик-пик. Екатерина, Павел, Екатерина, Павел. Ага. Только верховых монет уже ни хера нигде не осталось. Все наш народ собрал. Там речка. Возможно, что вот здесь по обрыву, этот обрыв был дальше. Его просто за эти годы подмыло, и все это рухнуло туда.
Потому что вон там ямы прямо на самом краю. Так что, может быть, тут и много было домов. Только природа берет свое, все смывается. Вот мой гряземес. Так, ладно, сейчас попью, отдохну, еще покопаю. Ура, ура, еще одна монета. Где-то здесь пищит. Ага, вот она. Две копеечки. Отнесем, пойдем ее в копилочку. Да что у нас четвертая? Так, тут две конинки у меня тут. Вот что еще нашел. Конь. С двумя цепями, но было их четыре. Что это такое? Что-то здесь висело на них. А может, конина какая-нибудь такая финдиперстовая. Кто его знает. Так, тут уже в глубину лезть нехер. Там уже глина белая пошла. Фу. Да, шурхить это не по полю гулять. Вот сейчас снял дерн здесь маленько. Попробуем позвонить. Что тут может быть? Дерьма дофига. Вот один вроде более-менее сигнал устойчивый. Ну что, будем вскрывать на штык. Смотреть, что там внутри. Тут кирпичи. Одни. Вот сюда дальше правее. Ну вот я вот досюда дошурфил, а дальше не стал уже. Уже я устал в прошлый раз. Ну, сейчас вот этот вот край вскроем. Должны быть монеты здесь. Они и будут. Желательно золотые. Похоже, что-то здесь. Вроде бы что-то есть. Ага, нет, это... Это не монета. Это шестеренка. Вот часов. Жаль. Да, вот уже сколько я прошел сюда, до самого обрыва, и вправо пошел. Монеты потихонечку прут. Вот сейчас полкопейки попалось мне. Не вижу какого года. Так, это вот трюльник, похоже. Вот это копейка 24-го. Это двушечка царская. Конинка. Ножик. Ух, кинжал. Так что вот потихонечку, потихонечку, помаленечку. Но уже пора, наверное, собираться домой. Потому что с обеда передавали дождичек. А транспорт у меня...
без кабины. Сейчас еще маленечко покопаю и поеду. Вот. Как отвалишь отвал такой побольше. Много чего интересного вываливается. Всякие черепки, горшки, напильник. Иногда бывает даже монеты прям видно. Не надо прозванивать. Что тут еще у нас? Какая-то фигня. Камни. Стеклышки. Так. Сейчас прозвоним. Что тут? Может, что и выпало. Дельное. Судя по всему, чернуха. Чернуха. А там в стене что-то есть. Сейчас это выкидаем. Еще отвалчик сделаем. Что-то звенит. Звенит. Опа-на, опа-на. Крестик. С цепочкой даже. Ух ты. Серебро. Загнутый. Но это выпрямится. Да, серебро. Вон она проба. Крест мельника. Так, неплохо. Неплохо. Но монет все нет. Золотых, в смысле. Не хотит золото отдавать. Так. Находки копятся по чуть-чуть. Больше тут вроде ничего нет. Дальше копать надо. Вот выкинул. И прямо она сама даже глазами ее видно. Ага, хрен там. Гильза. Я думал, монета лежала прям вот так. Посуда. Да. Ладно. Так, все. Докопался я до того, что начался дождик. И надо теперь сваливать. Еще к тому же приходил хозяин вот этого коровника-конюшника и сказал, что он отпустил своего кавказца побегать, где-то он бегает. То, говорит, если он, говорит, к тебе придет, блядь, прыгай сразу в речку. Поэтому все, собираемся и по домам.